Естественно, самое главное, это для меня очень успешный результат. Моя победа, это мой самый успешный турнир в жизни. И я надеюсь, как говорят по-английски, I'm looking forward to the match against Carlsen. Чуть-чуть переживал, было дело, но мне удалось сохранить концентрацию, сохранить выдержку до конца турнира. И я остался хладнокровным, насколько это было возможно. И в чем-то мне удалось превзойти своих соперников. Этот турнир, он можно сказать, особенный, потому что только первое место дает шанс сразиться с чемпионом мира. Самым сложным я вот как раз читал Фабиано Каруану из Америки, молодой талант, а также Вишену Зан Анат. Это многократный чемпион мира, победитель прошлого турнира претендентов, поэтому вот как раз их двоих я, скажем так, опасался больше всех, но я очень рад, что мне в конечном счете удалось их превзойти. Здесь я могу сделать небольшую оговорку в том плане, что я родом из Крыма, но сам я уже несколько лет живу в Москве, поэтому у меня фактически две родины, одна Москва, одна Крым, поэтому я фактически здесь чувствую себя дома, и у меня очень много друзей в Москве, очень много тех, кто меня поддерживает. Постоянно приходили сюда люди. Вот даже я сейчас даю вам интервью и вижу людей, своих знакомых, которые просто сюда приходят меня поддержать. Поэтому им большое спасибо. Я считаю, что в этом поединке, если я сумею снова выйти на пик своей формы, как это было на этом турнире, может быть, еще прибавить, потому что я буду над этим работать, то у меня будут все шансы, я буду бороться, я обещаю бороться и выложиться на все 100. Ну, конечно, гарантировать результат никто не может, это спорт, это борьба, каждый ошибается, но поборемся, там посмотрим.